Семь вопросов на повестке дня. Сегодня народные избранники провели заседание Совета депутатов. Провел его председатель Совета Игорь Ермаков. Участие в заседании приняли и глава округа Сергей Никитенко, его заместители, председатель контрольно-счетной палаты Владимир Батуков, представители прокуратуры. Приняли решение сегодня депутаты в поправке, которые предусматривают расширение перечня льготных категорий физических и юридических лиц, имеющих право на предоставление льготы по земельному налогу. Так, малоимущие семьи и малоимущие, одиноко проживающие граждане, многодетные семьи, пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, будут иметь право на уменьшение суммы земельного налога на 50%. Ветеранам боевых действий льгота на 100%. Согласно рассмотренному проекту, право на скидку в 50% имеют и российские организации, осуществляющие на территории округа деятельность в области информационных технологий. На сегодняшний день в Серпухове зарегистрирована одна такая компания. Единогласно после бурного обсуждения народные избранники утвердили положение о порядке установления цен, тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа Серпухов. Еще один вопрос повестки дня – предоставление отсрочки по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки военнослужащим, мобилизованным в зону специальной военной операции. Председатель Совета Игорь Ермаков дал юридическому отделу поручение проработать корректировки к данному нормативно-правовому акту, которые предусматривали бы в случае гибели военнослужащего освобождение от образовавшегося долга его семьи. Депутат Павел Гущин предложил рассмотреть возможность полного освобождения от уплаты стоимости аренды на период нахождения военнослужащего в зоне СВО. В завершении заседания председатель Совета Игорь Ермаков от лица депутатов обратился к главе Сергею Никитенко с просьбой рассмотреть возможность выделения из бюджета дополнительных денежных средств на реализацию наказов избирателей.